Про вчера, то, что было, в общем-то, это информация из учебника 89 года, и, к сожалению, ни один из этих тезисов, что заболевание редкое, что заболеваемость растет, и что крайне высокая смертность от меланомы, ни одно из этих тезисов не потеряло актуальности сегодня, спустя более чем четверть века. Плюс есть еще определенные неприятные особенности у меланомы кожи, то, что эта опухоль встречается, к сожалению, во всех возрастных группах населения, и среди молодых людей это одна из самых распространенных злокачественных опухолей, уступает, пожалуй, лишь только лимфопролиферативным заболеваниям. Ну, с точки зрения заболеваемости, Россия, на первый взгляд, находится несколько в таком благоприятном состоянии, потому что заболеваемость относительно невысока, но проблема, крайне важная проблема существует, то, что страдает от ранняя диагностика меланомы кожи. График иллюстрирует, да, что есть страны, в которых заболеваемость меланомой кожи в десятки практически, более чем в 10 раз выше, чем в России, но при этом результаты лечения, в общем-то, у них лучше. Среди в общей структуре заболеваемости меланома кожи тоже в России не занимает лидирующих мест, так и остается порядка 2%, но заболеваемость растет, и с 2003 по 2013 примерно на 25% выросла заболеваемость. В свое время, на данном слайде представлена как раз таки ситуация с диагностикой меланомы кожи. И мы видим, что абсолютное большинство пациентов, порядка 60% наших пациентов, они на момент установления диагноза уже находятся в группе высокого риска прогрессирования. И, к сожалению, результат вот такой. 5-летняя выживаемость в Петербурге 50%. То есть, иными словами, каждый второй из выявленных нами сегодня больных меланомой кожи в течение 5 лет погибает от прогрессирования заболевания. Кроме того, помимо такого гуманитарной катастрофы, это имеет еще и определенный экономический интерес, потому что цифры эти 2014 года, сейчас они, конечно, другие, но суть та же. На ранней стадии мало того, что лечение эффективно, и, в общем-то, можно вылечить абсолютное большинство пациентов, так это еще и достаточно дешево. А абсолютное большинство наших пациентов получают самое дорогое лечение и самое, по сути дела, неэффективное, поскольку 50% погибают все равно от прогрессирования. КПД очень невысок. Другая реальность существует в Европе. Несмотря на то, что заболеваемость меланомой кожи гораздо выше, чем в России, но очень неплохо обстоят дела с ранней диагностикой меланомы кожи, и, соответственно, несмотря на высокую заболеваемость, процент излеченных людей значительно выше, чем у нас. О чем мечтается: уйти от наших сегодняшних будней суровых, когда мы в основном имеем дело с пациентами на левом слайде, когда-то будет, наверное, и так, как на правом слайде. Вот таки станет большинство. Как к этому прийти? Первое, действительно, что приходит в голову, это скрининг. И основные принципы любого скрининга любого заболевания, они представлены на слайде. В принципе, формирование контингентов риска, регулярное врачебное обследование, 2 раза в год или 1 раз в год, обучение лиц с высоким риском методики и техники самообследования. Но есть определенные нюансы в отношении меланомы кожи. Кожа – это наружный орган и очень большой орган. И, к сожалению, факторов риска развития злокачественных опухолей кожи вообще, и меланомы в частности, их огромное количество. Даже сам факт проживания в Петербурге, с учетом, что мы ездим отдыхать на юг часто, уже позволяет отнести большую часть проживающих людей в Петербурге в определенной степени в группу риска. И, в общем-то, в свое время в рамках Дня диагностики меланомы мы анкетировали
пациентов было проанализировано более 6000 анкет, и получилось, что в Петербурге в той или иной степени по разным признакам в группу риска можно отнести до 78% взрослого населения, то есть абсолютное большинство. Учитывая, что опухоль поражает все, то есть встречается и у молодых людей, поэтому как-то тоже вот ограничиться обследованием там, после 40 или 39, как маммография, ну, тоже не представляется возможным. Кроме того, чьими силами это делать? Ну, наверное, если офтальмолог или стоматолог вдруг начнет раздевать пациентов и осматривать его полностью, это вызовет ряд вопросов, в общем-то, закономерно со стороны пациентов, ну и, наверное, это плохо закончится. Поэтому, конечно, безусловно, врачебное сообщество все должны знать о том, что существует такое заболевание, но надо понимать, что реально люди, которые, врачи, которые имеют полное право раздеть пациента и понять, что перед ними такое есть, их в Петербурге порядка 1000. 472 онколога и еще 493 дерматолога. В общем-то, вот эта вот огромная масса людей ложится на их хрупкие плечи. В итоге только этим и нужно будет заниматься. Порядка 12 пациентов в день необходимо будет принимать, чтобы охватить все группы заболевания. Ну и стоимость такой программы очень высока, при всем при том, что меланома все-таки заболевание редкое, и в итоге цена одной тонкой меланомы тоже, ну, непомерно высокая. И, в общем, честно говоря, у меня всегда такие были, ну, скептическое отношение к идеям, вот сейчас всех обследуем, все выявим. Ну и мои такие вот сомнения, они подтвердились данными по Евросоюзу, что, несмотря на то, что так неплохо обстоят дела с ранней диагностики меланомы кожи в Европе, только четверть меланом выявляется врачами. 75% выявляется либо самими пациентами, либо их родственниками. То есть колоссальную роль играет вот именно самонаблюдение. Ну и что мы делаем в Петербурге для того, чтобы просветить людей и научить, в общем-то, каким-то способом самообследования и выявления каких-то проблем на коже. Ну, День диагностики меланомы кожи, Всемирный день диагностики меланомы кожи проводится также и в Петербурге. Мы к этому подключились с 2011 года. Построено, в общем-то, все примерно так же, как и в Москве. То есть непосредственно в день диагностики меланомы пациент может записаться на прием к дерматологу, косметологу или онкологу из клиник участников дня диагностики меланомы. В этом году их было 54, то есть более 2000 было выделено номерков, мест для приема, то есть, в общем, достаточно такое масштабное было мероприятие. Дальше пациенты осматриваются вот с дерматологами, косметологами. И если вдруг врачи там что-то подозрительное выявляют, они уже направляют в городской онкологический диспансер. И в итоге вот 9 врачей в этом году участвовали в дне диагностики меланомы. 3 дня мы принимали, было принято более 200 пациентов. Ну и 23 мая был день диагностики меланомы, сейчас еще окончательных данных нет, но во всяком случае очень подозрительно на меланому выявлено было 10 пациентов, таких вот суспециозных, весьма суспециозных случаев. То есть, конечно, это 10 много, мало, трудно сказать. И, в общем-то, изначально мы не ставим перед собой задачи вот выявить в один день всю меланому за год, ни в коем случае. Вот. А это, в первую очередь, просветительская акция. И вот данный слайд – это информация поисковой системы Яндекс, количество запросов меланома. И удачно получился слайд в том плане, что здесь охвачены 2 года, 2015 год и 2016 год. И мы видим,
А есть тут лазерная указка? Нет, наверное, да? Ну, два пика, то есть дню диагностики меланомы где-то с конца апреля проводится определенная информационный вброс через средства массовой информации, через интернет, через какие-то плакаты, брошюры, которые распространяются в лечебных учреждениях. В итоге вот с конца апреля начинает расти интерес у людей к такому заболеванию, и пика он достигает в мае. И дальше вот потихонечку, но в течение лета снижается, то есть он не моментально, еще как вот достаточно долгий такой вот хвост есть, такой эффект. И дальше вот зимой интерес минимальный. Но вот если бы нам провести где-нибудь в ноябре еще один день диагностики меланомы, то, в общем-то, по уровню интереса мы бы вышли на такое плато. Отрадно также, что возрастной состав аудитории, интересующейся этим заболеванием, это те люди, которые вот сейчас, научившись следить за своей кожей, сейчас, узнав о факторах риска заболевания меланомы кожи, рака кожи, они просто могут этого избежать. То есть абсолютное большинство – это люди с 18 до 34, даже до 45 лет. Кроме того, и в Петербурге в определенном сотрудничестве с городским онкологическим диспансером создан такой интернет-ресурс. Он включает в себя, состоит из двух частей фактически. Это сайт, который носит информационный такой характер, есть база знаний, там множество статей по поводу на тему опухоли кожи, на тему профилактики опухоли кожи, факторов риска и прочее. Статьи, в общем-то, пишутся по следам, по вопросам пациентов, то есть это практикующими врачами пишут статьи. Кроме того, на сайте есть тест, как и пациент самостоятельно может, ответив, в общем-то, на простые вопросы, внешний вид новообразования, цвет, форма, границы какие, везде есть комментарии, консистенция новообразования, в общем-то, в конечном итоге получается такой вот результат. То есть человек может даже предварительно понять, на что в большей степени похожа его родинка, и дальше там можно будет прочитать комментарий. Кроме того, есть мобильное приложение в настоящий момент только для iOS операционной системы, но надеюсь, что в скорости появится и для Android. Значит, в общем-то, по сути, это такой дневничок, то есть пациент может, опять же, самостоятельно или при помощи врача на таком интерактивном экране отметить локализацию новообразования. Дальше фотографируется. Приложение позволяет в автоматическом режиме измерить площадь образования. Это функция отключаемая, можно измерять, можно не измерять. Дальше сохраняется информация о нем, какие-то комментарии можно добавить. И в дальнейшем делаются просто контрольные снимки и сравнивается, что было, что стало. То есть в верхней части экрана это исходная фотография, она не смещается, а внизу все последующие, они просто перелистываются. В общем-то, кроме того, в приложении встроена функция дистанционной консультации. То есть пациент, человек может отправить письмо, то есть прежде чем это письмо будет отправлено, ему будет предложено в обязательном порядке ответить на ряд вопросов, то есть такой вот своего рода сбор анамнеза, и в дальнейшем отправляется это все по электронной почте с помощью приложения, и консультант получает такой PDF-файл, в котором набор фотографий родинок плюс заполненная анкета. Наверное, это не то, чтобы имеет отношение к ранней диагностике меланомы кожи, но, в общем-то, когда все-таки нам удается заманить пациента к врачу и выявить у него меланому кожи, в Петербурге, в городском онкологическом диспансере он организована меланомная группа, то есть это ряд специалистов, это хирурги, химиотерапевты, врачи амбулаторного отделения, которые работают в связке, и, в общем-то, пациент, переступив порог городского онкологического диспансера, поликлиники,
Его дальнейший маршрут предрешен, предопределен. Уже сразу известно, когда, куда он идет на операцию, где и как его посмотрит химиотерапевт, какое будет лечение. В общем-то, это позволяет оптимизировать и минимизировать время обследования, ну, время до начала лечения, скажем так. И, в общем-то, такие вот усилия прилагаются, и, ну, слава богу, это имеет какой-то эффект. То есть мы вот видим данные за 2011 год и за 2014 год. И видим, что увеличилось... Это, наверное, не тот слайд. Да. Увеличилось количество локальных форм. Причем от 71% до 75%. И даже вот в этой группе локальной форм меланомы кожи баланс сместился в сторону первой стадии меланомы кожи. Но то, что несколько увеличилась четвертая стадия заболевания, это, скорее всего, связано просто с нашими возможностями по обследованию. Слава богу, сегодня, может быть, не рутинно, но достаточно просто можно выполнить пациентам и тотальную компьютерную томографию, и ПЭТ-КТ. Это, конечно, переводит наши такие диагностические возможности многих пациентов с якобы третьей стадии, сразу переводят в четвертую стадию. За счет этого увеличился процент четвертой стадии. Вот. Ну и одним глазом буквально в будущее. То есть если на сегодняшний день все-таки ставка делается, наверное, на самодиагностику, самообследование, самонаблюдение, то, в общем-то, будущее, конечно, за какими-то такими аппаратными методами наблюдения. И как пример, здесь вроде нигде не фигурирует название этого оборудования, но оно уже существует на свете. Это такой вот фотостойка с компьютером, с программами, которые позволяют обрабатывать. И, в общем-то, выполняются фотографии частей тела, родинки автоматически программно пересчитываются, какой-то грубый анализ, определяются их размеры, и дальше делаются просто, опять же, контрольные снимки через какое-то время. За счет этого выявляется вновь появившееся образование. Кроме того, к этому оборудованию идет и дерматоскоп цифровой, который также позволяет сфотографировать и также, в общем-то, программно все это проанализировать, сохранить и делать контрольные снимки в дальнейшем, наблюдения. Наверное, когда-нибудь мы к этому придем, и это будет такой серьезный прорыв в ранней диагностике меланомы кожи. Спасибо большое, Максим Вячеславович.